Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня будет видео об уходе за волосами. Я очень сильно извиняюсь, что я затянула с этим видео, но стараюсь. Покажу сегодня все, что у меня есть в арсенале по уходу за волосами, так что кому интересна такая тема, продолжайте смотреть. Ну и немного расскажу, прежде чем начать, о своих волосах, потому что я считаю, что мой уход подойдет не каждому. Мои волосы от природы пористые, кудрявые, цвет волос у меня от природы темно-каштановый, как мне говорили в салоне, с ярко выраженным красным пигментом. Я не знаю, насколько это правда и так ли оно вообще и есть, но да, у меня всегда волосы уходят в рыжину, и даже сейчас, когда я крашу черным цветом, все равно пробивается рыжина у меня. В свое время, где-то больше уже 2 лет тому назад, я испортила свои волосы, причем испортила прям от корней. Как я это сделала? Это в течение где-то 4 месяцев я сделала несколько раз. Я делала амбре, балаяж, еще раз мне вычищали потом порошком цвет, не знаю, что это означает. Потом я делала кератиновое восстановление, счастье для волос, ну и потом мои волосы превратились в мочалку. Все. Что испортило мои волосы? Я думаю, многократное осветление волос, в том числе и дома. Плюс я еще постоянно пыталась нейтрализовать желтизну волос, то есть при каждом мытье у меня вылезала такая прям желтизна очень сильная, и поэтому осветляться больше я не хочу. Мне тоже задавали этот вопрос, хочу ли я снова вернуться в светлый цвет. Нет, не хочу, потому что я знаю, что я испорчу свои волосы. И девушка, которая мне уже делала вот процедуру счастья для волос, она говорила, что нет, мои волосы такие, что только темный цвет, больше никак, иначе волосы будут просто убиты. Плюс тому, что они у меня пористые от природы, поэтому их, как мне сказали, их убить намного легче, чем такие прямые и не пористые волосы. Из-за того, что они у меня пористые, они у меня постоянно пушатся, они у меня путаются, и я не ношу сейчас распущенные волосы просто потому, что их нужно укладывать. Для того, чтобы их уложить, необходимо использовать различные средства, да, выпрямлять или наоборот подвивать. Они у меня вьются от природы, то есть вот эта волна, это в принципе моя волна, но чем они длиннее, тем менее выражен этот завиток. То есть если делать кудрявыми, то это нужно подвивать, или делать прямыми, это нужно выпрямлять. Соответственно, это еще больше портить волосы. Сейчас моя задача — это сделать длину волос максимально здоровой, настолько, насколько это возможно сделать. Конечно, можно обрезать. Обрезать мне нужно, ну, в идеале где-то половину длины, хотя уже именно убитые у меня меньше, чем половина, но в идеале половину длины и так ходить. Но так как я хожу с хвостом, мне нравится, когда хвост длинный, поэтому я просто периодически подстригаю кончики, то есть я не даю им расти еще больше, обрезаю кончики, обрезает мне их муж, за что ему огромное спасибо. Вот, у меня есть профессиональные ножницы, я как-то покупала, ну, такие простенькие профессиональные ножницы, я их покупала в салоне. В общем, вот такие вот у меня волосы. Соответственно, у меня уход такой достаточно тяжелый. То есть, наверное, я так думаю, что неповрежденным и не пористым волосам мой уход не подойдет. Ну и давайте уже начнем. Я буду показывать все продукты. Я постараюсь на все продукты, которые я сегодня показала, оставить ссылку внизу в инфобоксе. Переходите, смотрите. Цены, соответственно, тоже узнаете. И если на какой-то продукт я не оставила ссылку, значит, я его просто не нашла. Так как я эти продукты не только заказывала в интернете, но еще покупала просто где-то в Ревгоше, где-то в каком-то магазине и так далее. В общем, я думаю, все понятно с этим. И прежде чем начать, я хочу сказать свой основной принцип ухода. Он все тот же, это постоянство. И еще я в уходе за волосами люблю использовать одну серию, одну марку, одну серию, одну линейку вместе. То есть шампунь, бальзам, маска там и какую-то несмывайку одной серии. Так не всегда у меня получается. Плюс бывает, что-то заканчивается быстрее, что-то остается. Но чаще всего покупаю я именно так. Стараюсь, по крайней мере. И мне кажется, что так работает намного лучше. В общем, я сюда поставила, у меня практически весь уход профессиональный, так что давайте уже начнем. Начну я с шампуней. В моем арсенале сейчас 3 шампуня.
Один из них это Виши. Я не буду сильно останавливаться на этой марке. У меня есть видео на канале, где я о нем рассказываю. Я оставлю на это видео ссылку внизу в инфобоксе. Переходите, смотрите. Мое мнение не изменилось о нем. Я действительно в восторге от данной марки и данной линейки. Я считаю, что она работает на все 100%. Я буду повторять снова и снова. Я думаю, ну, единственное, что, может быть, сделаю как-то перерыв, чтобы волосы не привыкали. Не знаю, привыкают волосы или нет, но пока нет. Вот у меня уже меньше половины этого шампуня осталось. Очень мне нравится. Следующий у меня шампунь это Oro Fluida. Это Испания у нас. Считается профессиональная марка. Это, по-моему, от марки Matrix или что-то такое. Вот какая-то азиатская такая линейка, которая вдохновлена азиатским уходом за волосами. То есть это не для азиатских волос. Это на основе азиатского ухода, наверное, можно так сказать. В общем, что-то в этом духе. Достаточно густой шампунь. Он прям такой мега питательный, мега масляный, который даже мои вот такие сухие волосы, он их утяжеляет. Я пользуюсь не каждый день. Пользуюсь я в комплекте с маской, которую я вам покажу позже. И могу сказать, что использую где-то раз в неделю, раз в две недели. Поначалу я использовала достаточно часто, потом стала реже, потому что волосы действительно пачкают, но они божественные от этого ухода, просто потрясающие. Они реально как шелк, они восстанавливаются вообще на ура. И я вообще со всем этим уходом моим вижу, что волосы с каждым разом становятся все лучше и лучше, и меня это не может не радовать. Он очень густой, этот шампунь, прям аромат такой, знаете, такой восточный, он прям там вот реально как масло такое, но при этом очень хорошо промывает волосы, не высушивает их, а наоборот, даже, мне кажется, достаточно одного шампуня, чтобы волосы были в хорошем состоянии, придает блеск, напитывает идеально. Также новинка, которую я вам уже показывала, это Vella Color Brilliance для окрашенных, в этот раз у меня, по-моему, для жестких волос. Да, для окрашенных и жестких, есть для окрашенных и тонких волос. Я покупала в Ривгоше, я что-то вообще забыла посмотреть для жестких или тонких волос. По мне так на самом деле одинаковые, потому что предыдущий раз у меня, то есть я повторяю уже этот шампунь, у меня был шампунь и бальзам, и маска, по-моему, для тонких волос. По мне так на моих волосах работает одинаково, классно, волосы блестящие, цвет действительно сохраняется, то есть моя рыжина, она не так ярко вылезает, скажем так, как раньше. Волосы мягко очищают, не пересушивают длину. Ну, класс, мне нравится. Я повторяю снова и снова. И, кстати, вот у меня еще есть бальзам от этой линейки, который тоже делает волосы очень мягкими, супер блестящими. Даже вот эта поврежденная часть, вот она, видите, у меня лежит, и она блестит. Это я сегодня как раз-таки мыла голову вот этими средствами. И придает классный блеск, насыщенный такой цвет, нравится. Я буду повторять, наверное, еще раз. То есть я повторила уже второй раз и буду повторять снова с огромнейшим удовольствием. Давайте к бальзамам, да. Вот один. То есть я люблю, как я уже говорила, пользоваться именно вот таким образом, чтобы хотя бы шампунь и бальзам были одной линейки. Дальше у меня бальзам как раз-таки от шампуня вот от этой Виши. Это я приобрела недавно, дополнила. Этот бальзам нужно наносить также на корни волос и на всю длину. Он дает такой легкий ментоловый такой, ну, знаете, такой холодок легкий дает, очень классно, волосы напитывает, волосы делает мягкими, струящимися, они не путаются с этим бальзамом, классно. Я вам ссылку вот на эти продукты, где я рассказываю о них, оставлю внизу в инфобоксе, переходите, посмотрите там более подробно. То есть я докупила еще бальзам. Единственное, что шампуня хватает надолго, бальзама мне на мою длину не хватает. То есть мне нужно к одному шампуню два бальзама покупать. Но на сайте Фармакосметика они, кстати, продаются в наборах. То есть сразу два бальзама можно взять и сразу два шампуня. Так что это намного выгоднее, кстати. И также из бальзамов у меня сейчас остался, я его добиваю, использую его исключительно после масок. Это Natura Siberica, Flora Siberica, бальзам питательный для сухих волос. Нет, не для сухих волос, вот так вот выглядит эта баночка. Я покупала ее в Ривгоше,
Шампунь, бальзам и маска работают только на 50%. То есть, как здесь заявлено, питательный для сухих волос. Глубоко питает, увлажняет волосы, возвращая эластичность, облегчает процесс укладки. Волосы становятся послушными, блестящими. Нет, они путаются после этого бальзама. Вообще, такое ощущение, что бальзам как будто не наносила. У меня был еще шампунь, повторюсь, и маска. Маска закончилась уже давно, шампунь долго стояла. Вот этот бальзам я сейчас использую исключительно после масок, потому что он, ну, не работает. То есть волосы вот на концах, да, где вот у меня поврежденная часть, они всегда у меня путаются. То есть вот с этим бальзамом такого нет. С бальзамом от Витши такого нет. Они гладкие, легко расчесываются. С этим бальзамом, если просто помыть шампунем и сразу вот нанести этот бальзам и все, волосы вот здесь вот у меня будут как один большой колтун. Причем сухой, да, и они будут в течение дня, я буду их трогать и чувствовать, что волосы очень сухие. Если после масок, то тогда да, неплохо, не утяжеляет, не пачкает. Ну, как бы это, наверное, все-таки для натуральных волос, не окрашенных, не поврежденных, которые от природы достаточно хорошие. Но смысл тогда в таких продуктах я не вижу. Тем более писать, что это питательные для сухих волос. Ну да ладно. Так, давайте перейдем теперь к маскам. Первую маску, которую я вам хочу показать, это я заказывала с сайта iHerb. Ну, такая, нет. Нерабочая маска. Даже маме моей не особо понравилась она. И мне многие девочки писали, что тоже пробовали эту маску, тоже не понравилась. Ну, такая, да, наверное, вот натуральные волосы, это что-то примерно вот из этой же серии, да, то есть если у вас натуральные, неповрежденные, хорошие от природы волосы, то да, неплохо, лишнее питание волосам никогда не повредит, но не более того, то есть нет, не повторю, больше это 100%. Следующая маска, которую я хочу вам показать, которую я пользуюсь в комплексе вот с этим шампунем, то есть я их так вместе покупала, это маска Toro Fluido. У меня, кстати, здесь осталось, наверное, раза на два всего. И я повторю и маску, и шампунь снова, снова и снова. Супер-мега питает волосы, супер их просто... Вот просто волосинка к волосинке. Я даже после этой маски не могу определить, где у меня поврежденная часть, а где уже моя более-менее нормальная, да. Классный, но утяжеляет волосы. Если пользоваться часто, то он их пачкает. Но это моя такая палочка-выручалочка, которую вот я, как уже сказала, использую где-то раз в неделю, раз в две недели, когда чувствую, что волосы становятся очень сухими. Эти вещи меня очень сильно выручают. И также у меня есть от этой линейки масло, которая нереально густое и которая точно так же может испачкать вам волосы. Я наношу его только, даже не на длину, наверное, только на концы волос, то есть где-то вот примерно вот на эту часть, и наношу это масло и укутываю вот таким тюрбаном. Это я приобретала такой набор, там шел тюрбан, маска, шампунь и масло. Нет. Тюрбан, масло, по-моему, и шампунь. Маску я, по-моему, покупала отдельно. На самом деле, вот этот тюрбан, у меня, кстати, кто-то его спрашивал, это обычное полотенце. Ничем оно такое, просто оно тоненькое. И мне кажется, можно просто использовать обычное полотенце. Я как-то вот повелась на то, что это тюрбан. Но на самом деле в нем ничего такого особенного нету. Это не та вещь, которую нужно прямо бежать и покупать. Я в этот тюрбан заворачиваю волосы с любым маслом, которое я наношу, будь то до мытья или после мытья. Сейчас у меня масел, которое я наношу до мытья, нет просто в наличии, но я думаю, что все может измениться, тем более на iHerb я знаю очень хорошие различные масла, вам немного кто писал по поводу ухода за волосами с iHerb, я думаю, что что-нибудь там себе приобрету. На данный момент нет, на данный момент я делаю как? Я мою волосы шампунем, дальше наношу маску, держу ее минут 15-20, иногда 30, в зависимости от того, что я делаю, да, и после уже, после того, как смыла маску, наношу вот это масло на кончики волос, закручиваю волосы просто и одеваю тюрбан. Хожу максимально долго, насколько это возможно проходить. Ну, где-то у меня получается от получаса до часа ходить в этом тюрбане, и волосы просто как шелк. Просто супер класс, мне очень сильно нравится. Я Toro Fluido, там есть различные другие линейки, какие-то зелененькие, еще какие-то. Я обязательно буду повторять, это 100%, девочки, у меня должно быть это в уходе, потому что усмиряет мои пористые, пушистые волосы. Ну и мы так плавно перешли к несмывайкам, точнее к маслам, которые у меня есть. Также у меня есть масло от Matrix, это Индия Амла.
Это укрепляющее масло. Можно наносить до использования шампуня, во время использования кондиционера или как завершающий продукт. Я использую как завершающий продукт, наношу практически на всю длину. Оно не пачкает волосы, как раз таки вот это масло. Мне кажется, можно практически любому типу волос, наверное, использовать. Я не знаю, единственное, что оно внутри такое желтенькое. Я не знаю, блонд пачкает, не пачкает, вот это я не знаю. Хорошо питает, хорошо восстанавливает волосы. Также я его наношу под этот тюрбан, и мне очень сильно нравится. Я думаю, что я тоже повторю. И, кстати, хочу попробовать еще из этой линейки шампунь и бальзам от марки Matrix. Вот так вот он выглядит классно. Ну, ссылки постараюсь все вам оставить. И также у меня есть такое достаточно бюджетное масло. Это Olin Мегаполис. Это мгновенный блеск кристалла света с органовым маслом. Вот эта маслечка, она дает такой чисто визуальный эффект. Вот этим маслом я пользуюсь, когда просто хочу придать такой блеск волосам. Когда я вижу, что волосы становятся такие более-менее тусклые, то я наношу вот это масло. Оно, кстати, неплохо даже увлажняет сухие концы, но масло Matrix, например, мне нравится больше, потому что оно именно такое более лечебное. Вот это больший визуальный эффект, но марку Olin мне нравится. Я считаю, что это достаточно бюджетная, в то же время профессиональная марка, которая неплохо работает. Я как-то одно время показывала, что я достаточно много покупала продуктов от этой марки, они мне практически все нравились. Так что я, в принципе, к марке Olin советую присмотреться. Неплохие продукты делает. Также у меня из, ну как, не смывашек, есть вот этот спрей, которого тоже у меня здесь осталось. Вот столечко где-то там. Тоже останавливаться не буду. Класс, я вижу результат, я вижу эффект, я вижу, что волосы реально начинают расти быстрее, даже те, которые уже есть, плюс вот этот пушок, который вот у меня везде тут торчит, это не может не радовать, и качество волос становится намного лучше. Ссылку, где я рассказываю про эти средства, про вот эту всю троицу, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Переходите, посмотрите, там более подробнее я обо всем рассказываю. Следующее, не смывашки. Я обожаю не смывашки. Не смывашки — это мое все. Мне кажется, это как раз таки те средства, которые, знаете, вот на борьбе с ломкостью волос очень хорошо помогают, для борьбы с посечением волос, вообще с сухостью волос, сухостью длины. Вообще, мне кажется, у кого длинные волосы, не смывайки — это прямо наше все. Но это на мой взгляд. Также у меня есть вот такая несмывашка, это вот из этой линейки, да, как видите, я очень люблю линейками именно пользоваться. Это такой BB спрей, на самом деле это даже не спрей, это как такой крем, сейчас я вам чуть-чуть, видите, он как молочко такое для волос, очень, кстати, классно, очень хорошо питает волосы, ну, имеет такой аромат, мне кажется, вся Вэлла пахнет таким ароматом. С ним можно переборщить, скажу сразу. Волосы с ним послушны. Вот кто делает укладки, мне кажется, вам нужно присмотреться к этому спрею, потому что волосы очень послушные становятся, при этом напитанные, не сухие и блестящие. Я вот люблю блеск на волосах, так как волосы пористые, я лишена от природы блеска, поэтому для меня вот блеск — это все. Мне очень нравится. Я им пользуюсь уже достаточно давно. И, вообще, вот эта линейка Вэлла мне очень нравится. Вот практически весь мой уход состоит из моих любимых. Также у меня новинка. Я ее приобретала в магазине RevGosh. Это от марки Schwarzkopf. Вот такой вот двухфазный спрей. Обожаю, кстати, различные увлажняющие спреи, особенно летом, наносить их на волосы, чтобы волосы были более или менее смирными, чтобы они не сохли, чтобы они не пушились. Обожаю. То есть у меня такой ход, то есть я могу сделать маску, после маски нанести на длину масло и после масла еще побрызгать вот этим спреем. Очень классно распутывают волосы. На ура распутывают волосы. Вот просто, мне кажется, вы побрызгали, и уже ваши волосы распутаны. То есть нужно, соответственно, встряхнуть и нанести на волосы. У него имеет такой аромат, муж говорит, что это аромат шампуня. Вот, но достаточно приятный такой косметический аромат. Он единственное, что так вот не дымкой распыляет. То есть, видите, он вот так вот струей такой пшикает. Но при этом я, например, чтобы не пушилась у меня вот эта часть, вот здесь вот, да, я делаю вот таким образом, то есть
над головой и как бы в облачко вхожу, и потом уже приглаживаю волосы. Побрызгали этот спрей на волосы. Вот видите, у меня волосы начинают путаться постоянно, даже в хвосте. Побрызгали на волосы, и уже можно даже руками просто расчесать их. Спрей очень классный. Если у вас путаются волосы, это вот прям ваше средство на самом деле. При этом мне кажется, что вообще это считается кондиционер для волос. Он реально кондиционирует волосы. Реально волосы становятся такими гладенькими, такими прям красивыми. Ну, почти как в рекламе. То есть мне это средство тоже очень сильно понравилось. Вот и весь мой уход. Ничего такого супер у меня нету. В принципе, все марки мною, практически все средства мною любимы. Вот это я повторила. Вот эту линейку я тоже повторила. И вот эту линейку я буду повторять обязательно, когда у меня закончится, потому что мне очень сильно понравился. И вот этот, кстати, средство мне тоже очень сильно понравилось. Так что, в принципе, своим уходом на данный момент я довольна. Пока даже не хочется ничего менять, я признаюсь честно. Так что вот такие вот у меня средства, ни много ни мало. Я люблю разнообразие, для меня этого даже мало. Я люблю, когда у меня больше различных масок, но сейчас у меня много несмывашек, наверное, поэтому к маскам рука не тянется. Так что я надеюсь, вам понравилось такое видео, и я надеюсь, что оно было для вас полезным в первую очередь, интересным, конечно же, тоже. Не забывайте, что все ссылки я вам оставила внизу в инфобоксе. Не забывайте также подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!